Привет, интернет, это Выживатор, и я продолжаю выживать в игре Green Hell, одном из самых реалистичных симуляторов выживания в дикой природе, в условиях Амазонки. В этом видео я планирую установить ловушку на игуан, ну и на прочую мелочь. Но для начала мне нужно немножко подкрепиться. Я сделаю себе супчик из костей. Съем бананы, которые уже скоро испортятся. Так, что у меня с грибами? Грибы тоже скоро испортятся, поэтому надо, наверное, их использовать тоже. А какие-то вот эти плоды у меня уже испортились. Костяной настой выпили. Посмотрим. Так, окей. Давали бы бананы еще и жир. Вообще было бы прекрасно. У меня сейчас проблема только с жирами. Было бы неплохо найти... Было бы неплохо найти... Какой-то источник жиров. Может быть, орехи и тому подобное. Ну, а пока можно сказать, что довольно... Все довольно хорошо. И в некотором смысле я даже довольно изобильно тут живу. Так, у меня мало палочек. Ну, да они мне и не нужны. Я их наберу сейчас целую кучу. Я не знаю, есть ли смысл вот здесь ставить. Я, конечно, здесь встречаю игуан, но я не видел здесь ни разу мышек. Поэтому, наверное, нет. Ой, черт. Смотри, они увидели мой... Они увидели мои силки. Что это они тут делают? Слушай, может быть, они на этих полянах тусуются? Вот очень не вовремя, на самом деле, да. Поймал еще и пиявку вдобавок. Они там танцуют. И, похоже, вот эти вот места с полянками, это, наверное, как раз их места танцев, что ли. Это очень плохо. Я, конечно, не умру с голоду из-за того, что не могу... Этими силками будет больше пользоваться пока что. Но мне нужен нормальный способ отхода. А также это место слишком близко для других моих ловушек. Ну, для другой, по крайней мере, одной ловушки с камнем. Я пытался, ну, надеялся поймать там мышку. Так что даже не знаю. Ладно, вот здесь... Нет, хотя его, наверное, не найду потом, если я сейчас уйду. Что я сделаю? Я вот точно... Так, первым делом я расправлюсь с пиявкой, которая залезла. Вот так. Все, да? Нет, не все. Где она? А, вот они обычно по три штуки сразу напрыгивают. Обычно, конечно, пиявки на самом деле более опасны, потому что, ну, я вот сталкивался с этим. Очень тяжело унять кровь, когда укусила пиявка. Нужно обязательно использовать бинты. Это в данном случае не очень реалистично. Я вот это, кстати, банан оставлю специально, наверное. Хотя, с другой стороны, а зачем? Я сейчас банан оставлю и, наверное, долго-долго будет созревать. Поэтому, наверное, в моих интересах лучше банан сразу сорвать. Тем более, что у меня их дофига... Как-то надо съесть даже те бананы, которые скоро уже испортятся, чтобы не обидно было. Ну, тут непонятно. Вот это сколько? Так, вот этот. Ну, в общем-то, все такие хорошенькие бананчики. Отлично. Ладно, этот фрукт я, наверное, выложу. Я не знаю, вряд ли его кто-то будет кушать. В любом случае, он недостаточно аппетитный для этого. И попробую подкрасться сюда и поставить тут... Ловушечку небольшую.
Ну, где-то недалеко. Блин, они здесь тоже? Офигеть. Обложили, просто обложили. Так. Давай вот здесь попробуем. Я не знаю, есть ли в этом толк или нет. Ну, по крайней мере, что я теряю, да? Меня всего, да, всего в избытке. Если меня совсем обложат, я, по крайней мере, буду иметь возможность как-то отпивать, ну, как-то пропитаться. Я уж не знаю, конечно. Так, если я на 2 часа оставлю, я не знаю, есть ли смысл. Ну, пусть, пусть. Так, возможно, как раз некоторые, как раз силки-то и привлекли этих чуваков, да, потому что никогда они там не тусовались раньше. Это серьезно. Так, костер затух в итоге. А кстати, если я рядом с костром положу, например, сухие листья, что будет? Ну, скорее всего, ничего хорошего. Сомнительно, чтобы приготовились они раньше из-за этого. Так, у меня пустой бидон, надо сходить наполнить. В этой игре мне пока что не очень нравится такая вещь. День идет очень быстро. И пока ты занимаешься сбором еды, готовкой и тому подобное, таким микроменеджментом выживания, в этот момент уже приходит новый день, и ты уже ничего не успеваешь. Это не очень реалистично. С другой стороны, он действительно многое делает довольно быстро. Например, крафтит быстро и так далее. И, возможно, как раз авторы сделали это специально, чтобы, ну, рутину как бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Вот это плохо. А сейчас, смотри, пока болтал. Я забыл, что у меня есть... Что надо сначала разложить костер. И наполнить его. Все. Seriously? Да. Пардон, приятель. Это моя оплошность. Так, есть у меня еще? Да, есть. Хорошо. Попробуем еще раз. Странно, наверное, что перья нельзя разжигать. Было бы очень удобно. Так, у меня сломалась палка, который я создавал, ну, разжигал костер, и при этом я потерял все, похоже, потерял растопку. Прям какая-то полоса невезения пошла. Ладно, хоть еды хватает, и то хорошо. Сейчас нужно изготовить новую палочку. Берем большую палку и короткую палку и делаем ручную дрель. Я еще делал дрель из доски, но она как-то сильно заглючила, поэтому я даже думал, что у меня игра зависла. Поэтому я пока буду использовать только такую дрель. Так, что тут у нас? Ну, мне надо срочно идти добывать растения для того, чтобы их высушить. Здесь все довольно быстро обрастает. И это немного странно. Хотелось бы, чтобы растения все-таки реже восстанавливались, чтобы можно было вырубить, например, какую-то зону для себя. Потому что ведь то, что я все посрубал, я не вижу здесь никаких больше пеньков, ну так, от результатов моих действий. Это, ну, на мой взгляд, не совсем реалистично. Хотя это понятно с точки зрения выживания, но
Во-первых, это не стимулирует игрока двигаться куда-то дальше. Я могу здесь, наверное, месяцами одно и то же делать, но это ведь скучно. Поэтому это спорно. Как раз если бы ресурсы расходовались, и бананы бы не так быстро росли, и грибы, это бы стимулировало к исследованию мира. А сейчас можно выживать на одном месте, похоже. Ну, правда, это будет скучно, и при этом... Давай, сидим. При этом будет очень мало рецептов. Так, съедаю все, что скоро испортится. Ну, и это тоже, пожалуй, съем. Хорошо, что хоть бананы достаточно долго могут не портиться. Что у меня с мясом? Ну, на день хватит. Это замечательно. Вот эту штуку надо бы съесть пораньше, а эту объединю. Что ж, неплохо. Живем пока. Прекрасно все. Выброшу мусор. Так. Надо посмотреть, что у меня тут вообще. Мне нужны жиры и нужна вода. Сейчас попьем. Ну, даже не знаю. По идее, мне бы, наверное, стоило выложить часть бананов. Думаю, что, наверное, я так и сделаю. Пожалуй, и камни тоже можно выложить немного. Потому что все это место занимает. Нет, золу в другом месте выложу, пожалуй. Она перекрывает остальные предметы. Так, эти, конечно, эти аборигены мне мешают. До этого я как сглазил. Было так хорошо ходить здесь. Очень удобно, очень безопасно. И вот тут набежали на мою голову. Так. С танцульками своими. Я могу предположить, что они, наверное, здесь тоже охотятся. И, наверное, когда они останавливаются здесь отдохнуть, то они таким образом развлекаются. Поют песенки и так далее. Что ж, пока я не могу сделать, разжечь костер. Поэтому давай посмотрим, что у меня со временем. Время-то на самом деле уже близится к вечеру. Я уже ничего не успею. Поэтому придется переночевать и потом уже идти. Уже 8-й день, оказывается. Я сейчас попробую добраться до того камушка, в котором был... Опа. Ничего нет. Ну хорошо. А я вообще что-то клал? Нет, нет, я не помню. Да, я клал. Я клал грибочки, которые уже были на грани разложения. Так, вот тут какие-то гусеницы. Я попробую их сварить. Может быть, это будет съедобно. И сейчас я попробую каким-то образом добраться до другой своей ловушки. Блин, тут прям у них концерт какой-то, ё-моё. Я не буду убивать этих боровов. Так. Мышь. Хорошо хоть, что мышка не испортилась. Ну, хотя этот не точно, надо будет проверить.
И очень хорошо, что пока эти чуваки поют свои песни, они очень плохо слышат, похоже. Не заметили меня, как я тут шумлю. Вовсю. Вон опять бананы созрели. Просто райское место. Представляешь, как быстро здесь все растет. Скоро, мне кажется, у меня будет столько еды, что я просто не буду успевать ее съедать, она будет портиться. Вот тоже бананы близки к этому. Но, знаешь, это не самая большая моя проблема, я считаю. Всем бы такие проблемы. Так, съедаю банан. И вот этот тоже. Я беру те, которые уже близки к тому, чтобы испортиться. Все. Что у нас с мясом? Мясо на один день, это хорошо. Вот это мясо через 16 часов испортится. Это тоже хорошо, это почти целый день. Давай, пожалуй, это мясо съедим, потому что мне нужны все-таки жиры. Что с гусеницей, интересно? Так, ну, как думаешь, есть ли смысл разжечь костер? Смысл-то, наверное, есть, чтобы гусениц приготовить. Однако возможности нету, наверное. Хотя, возможно, я где-то здесь раскладывал, например, траву сухую. Нет? Не похоже, не похоже. Так, ну хорошо. Что будем делать? У меня заканчиваются дрова. Наконец-то. У меня здесь такие склады были. Поэтому пока все равно я не могу никуда идти, я немножко тут пошумлю, наверное. Попробую нарубить дров. Хорошо рубит этот топор, кстати говоря. Так, я возьму бревна. Еще длинная палка. Я могу ее взять? Нет, бревна отдельно складываются, палки отдельно. Ну ладно. Пожалуй, сразу же занесу сюда все. Так, деревянная дрель. Может быть, кстати, все-таки стоит дать ей шанс. Может быть, не было никакого глюка, я не знаю. Может, мне показалось. Так, здесь палочка. А здесь длинная палка. Тьма, конечно, меняет динамику игры капитально. Сразу становится очень тяжело перемещаться, ничего не видно. Сразу как-то немного опаснее все становится. Так, а вот эти грибы скоро испортятся, поэтому я их съем, пожалуй. Так, и добуду эту мышку, потому что она иначе все равно испортится. Надо понять, есть ли смысл. 17 часов. Ну хорошо. Гусеницы живы, это хорошо. Значит, их можно с собой носить по многу. Наверное, если они не умирают в руках в итоге. Очень плохо видно. Ладно. Тогда сейчас ложусь поспать. В следующем видео надо как-то попробовать пробраться все-таки мимо этих аборигенов. Это, блин, очень плохо на самом деле. Очень тяжело будет. Но все-таки не могу я целыми днями в одном и том же месте находиться. Все-таки хочется чего-то, какого-то исследования. Надеюсь, получится. Надеюсь, не загасят они меня. Так, ну а что? А теперь я приготовлю
личинок. Ну, разожгу огонь. Все равно я уж раз проснулся. Так, давай так сделаем. Я не знаю, потому что может зависнуть игра, например, потому что меня вот эта дрель деревянная немного напугала в прошлый раз. Поэтому я сохранюсь и попробую эту дрель использовать, посмотреть, что же будет вообще. Она работает вообще или нет? Вот смотри. Нет, она, похоже, не работает. Нифига. И сразу как бы вешается игра, да? Поэтому бог с ней. Надо ее выбросить и больше не использовать, потому что, ну, полная ерунда. Багнутая она явно. Эй! Так, я ее сжечь, к сожалению, не могу, но мне надо ее выбросить. Это просто кусок мусора. Так, а меня атаковали пиявки. Надо будет с ними расправиться. Так, а у меня нужно попить. Хорошо, сейчас сделаем. Раз, два. Так, все, напомнили. Выпиваем. А, теперь выброшу, удалю этих пиявок надоедливых. Странно, что одна всего лишь. Обычно больше бывает. Так. Быстренько приготовлю мясо мыши. Как его лучше сделать? Давай я попробую мясо мыши вот так использовать. А гусеницу я попробую сварить, потому что гусеницу в ее обычном виде, наверное, не стоит вообще кушать. Мне так кажется. Ну, она противная. Так, вот суп с гусеницей. Давай посмотрим. Дает протеины. Ну, в общем, довольно вкусный суп. Смотри, нет никаких отрицательных эффектов. Только положительные. Это прекрасно. Причем гусеница, наверное, долго хранится. Это тоже дополнительный плюс. В общем, довольно неплохо. Помогает. Ну, место хорошее. Здесь всего много. Единственная большая проблема. Я окружен аборигенами и не могу. Пожалуй, сейчас, наверное, мне очень тяжело будет пройти мимо них. А когда я буду возвращаться, мне будет тяжело вернуться. Вот. Кстати, здесь есть еще какая-то похожая разгрузка, да? Можно, например, вот как это использовать? Вот это я могу как-то сюда положить, или она упадет? Сухой лист. Да, я могу в кармашки маленькие класть эти вещи. Но не все. Непонятно, какие можно, какие нельзя. Стрелы не могу. Камни не могу. Но листья могу. Ну и хорошо. Так, потом могу достать. Ну, это очень удобно. В любом случае, это очень удобно. Значит, мне надо будет просто по ходу собирать листья и туда все складывать. На три растопки у меня будет. Так, у меня есть какая-то проблема, которая влияет на здоровье. Да, у меня катастрофически не хватает мне жиров. Поэтому давай, пожалуй, съедим мясо какое-нибудь. Какое из них? 10 часов.
13 часов. Ну, вот это, который 12 часов. Вот, давай, 10 часов, которые... Шестнадцать жиров. Эх, эх, ну вот, что сказать? Мне, конечно, очень не хватает здесь какого-то орехового дерева. Но я попробую решить эту проблему костями. Их у меня, благо, очень много теперь стало. Делаем суп. Надо еще одну миску взять. Так, мясо мыши приготовилось. Надо посмотреть, что оно дает. Я его, наверное, кушать не буду. А, ну непонятно. Если непонятно, то... Ну, наверное, и фиг с ним. Непонятно, так непонятно. Зато на 2 дня хватит, поэтому не буду я его есть сейчас. Потом разберемся. Скорее всего, мало чего дает. В любом случае. Моя задача сейчас наесться супа. Так, как дела? Очень медленно восстанавливается запас жира. Вообще просто ужас. Я тут как будто к лету готовлюсь, подсушиваюсь. При том, что я много ем на самом деле. Я в реальной жизни наелся бы до отвала. Вообще ходить бы, наверное, не мог. Валялся бы. Так, все, ну хорошо. С костями-то я разобрался, нет? Еще, наверное, стоит. Есть у меня, нет? Есть. Ну что ж, да, вот на определенном этапе из-за того, что довольно часто приходится есть, причем есть помногу. Эта игра может скатиться в такое... В такое вот, ну, немножко рутинное, я бы даже сказал, однообразное выживание. То есть, когда у тебя уже все вроде есть, разработчики, ну, стараются сделать тебе... Чтобы тебе было интересно, и ты в итоге перегружен вот этим микроменеджментом. Я считаю, что это неправильно, потому что на самом деле гораздо интереснее в этой игре это исследовать этот мир, выживать в нем, как-то искать новые места. И хотелось бы как раз вот этим заниматься. Но сейчас из-за этих потребностей приходится все время есть, есть и есть, как сумасшедший. Ну что ж, я пока, я думаю, на этом все. Я сейчас отдохну немного. И в следующем видео я попробую прорваться мимо этих аборигенов и исследовать окружающую территорию в другом направлении. Не в том, в котором я был. Исследовал ее в прошлый раз. Возьму немного правее туда, постараюсь вернуться, где я был изначально. Ну, а у меня на этом все. И если вам понравилось видео, поставьте лайк. Можете подписаться на канал, на кураторскую страничку в Steam. Я там пишу обзоры. И до встречи в следующем видео. Пока.